Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. В Киеве 17 мая попрощались с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Детали. Церемония прощания началась в 11 часов ровно в украинском доме, расположенном на Европейской площади в центре столицы. На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Григорий и Игорь Суркисы. Позже почтить память Леонида Кравчука приходили министр обороны Алексей Резников, действующий президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Также попрощаться с первым президентом Украины прибыли второй, третий и пятый президенты – Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!